Основным полифенолом, содержащимся в яблоках, является кверцетин, но оно также является источником витамина С, флавонолов, протеанидинов и фенольных кислот. Интересно, что экстракты протеанидинов, полученные из яблок в клеточных моделях, подавляли секрецию липопротеинов низкой плотности и всасывание холестерина в кишечных клетках. Личи родом из Южного Китая, но распространилась по тропическим регионам Юго-Восточной Азии и даже Австралии. Личи содержит много полифенолов, в том числе катехинов, содержащихся в чае, антоцианы и протеанидины, такие как протеанидин В, который также содержится в яблоках. Сливы бывают разных сортов, происходящих из Восточной Европы, Франции и Китая. Они имеют немного другой профиль полифенолов по сравнению с личи и яблоками, включая неохлоргеновую и хлоргеновую кислоты, которые связаны с улучшением антиоксидантной способности и снижением уровня липопротеидов низкой плотности. Зубной налет был значительно уменьшен во всех 5 исследованиях. Важно отметить, что зубной налет коррелирует с процессами, приводящими к отложению холестериновой бляшки. Кроме того, надо отметить, что добавление клетчатки и полифенола в виде сидрового яблока, а также клетчатки в отдельности, приводило к наиболее сильному снижению и не отличалось друг от друга, то есть к снижению липопротеидов низкой плотности 38,6%. Полифенолы сами по себе привели к снижению на 16,5%, что приводит к важному вопросу, является ли клетчатка более важной, чем содержание полифенолов во фруктах. Только одно из исследований оказало значительное положительное влияние на липидный профиль. Сообщалось, что полифенолы яблок снижают содержание общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности, а уровень липопротеидов высокой плотности увеличивается на 49%. Напротив, было замечено, что триглицериды и триацилглицерин не изменились при обработке яблоками. Интересно, что в отличие от других фруктов, многие возможные механизмы могут объяснить защитное действие яблок, личи и слив при атеросклерозе. Исследования яблок ослабили атеросклероз за счет широкого спектра метаболических улучшений, включая активности антиоксидантных ферментов за счет полифенолов яблока, а также снижение концентрации мочевой кислоты в плазме, такой как побочный продукт деградации пуринов, который стимулирует воспаление, приводящее к эндотелиальной дисфункции, и снижение уровня циркулирующего холестерина в сыворотке крови благодаря улучшению антиоксидантной способности яблочной кожуры. Кроме того, под действием полифенолов яблок был снижен фактор миграции гладкомышечных клеток сосудов, так как из-за него возникает накопление гладкомышечных клеток в просвете артерии и увеличивается холестериновая бляшка. Исследование личи предположило, что увеличение производства оксида азота ослабляет атеросклероз, в то время как исследование сливы предположило, что повышенные уровни амилоидного П-компонента в сыворотке крови уменьшаются при воздействии содержимого и сливы, тем самым уменьшая воспаление, и были основной причиной уменьшения накопления бляшек. В целом, яблоко, личи и сливы полезны при атеросклерозе, что еще раз доказывает, что количество бляшек можно уменьшить с помощью липид-независимых механизмов, как обсуждалось ранее, в исследованиях ежевики, винограда и граната. Потенциально эти фрукты ослабляют атеросклероз за счет улучшения окислительного стресса, за счет уменьшения молекул прикрепления гладкомышечных клеток, то есть молекул адгезии, и подавления воспалительных путей, а также повышения антиоксидантной способности.